Чем, друзья, вам услужить? Чем за службу наградить? Надо ли раковин цветистых? Надо ли рыбок золотистых? Надо ли крупных жемчугов? Все достать для вас готов. Нет, китрыба, нам в награду ничего того не надо, говорит ему Иван. Лучше перстень нам достань. Перстень, знаешь, царь девицы, нашей будущей царицы. Ладно, ладно, для дружка и сережку из ушка. Отыщу я до зарницы перстень красный царь девицы. Кит Ивану отвечал и как ключ на дно упал. Вот он плесом ударяет, громким голосом взывает осетринный весь народ и такую речь ведет. Вы достаньте до зарницы перстень красной царь-девицы, скрытый в ящичке на дне. Кто его доставит и мне, награжу того я чином, будет думным дворянином. Если ж умный мой приказ не исполните, я вас. Осетры тут поклонились и в порядке удалились. Через несколько часов двое белых осетров киту медленно подплыли и смиренно говорили. Царь великий, не гневись, мы все море уж кажись, исходили и изрыли, но и знаку не открыли. Только ёрш один из нас совершил бы твой приказ. Он по всем морям гуляет, так уж и верно перстень знает. Но его как бы назло уж куда-то унесло. Отыскать его в минуту и послать в мою каюту, кит сердито закричал и усами закачал. Осетры тут поклонились, в земский суд бежать пустились и велели в тот же час от кита писать указ, чтоб гонцов скорей послали и ерша того поймали. Лещ, услышав сей приказ, именной писал указ. Сом, советником он звался, под указом подписался. Черный рак указ сложил и печати приложил. Двух дельфинов тут призвали и, отдав указ, сказали, чтоб от имени царя оббежали все моря и того ерша гуляку, крикуна и забияку, где бы ни был, нашли, государю привели. Тут дельфины поклонились и ерша искать пустились. Ищут час они в морях, ищут час они в реках, все озера исходили, все проливы переплыли. Не могли ерша сыскать и вернулись все назад, чуть не плача от печали. Продолжение следует.